операторская работа должна быть. Снимай. Виртуозно. Надо, чтобы было видно все, весь клинок. Вот, кто не знал, как надо использовать, надо вот так использовать мачете. То есть это для этого? Конечно. Это надо мне с тобой в столовую на завод купить такой нож. Нет, вообще это нож многофункциональный, с ним можно ходить на рынок за картошкой. Арбузы ходить выбирать. Да. Вот. В общем, это очень хороший столовый такой ножичек. Столовый прибор. Перочинный, да. Ножичек. Да, прикольный. Вот. Я вот давно уже потом поняла. Потом его можно вот так разрезать аккуратно все. То есть так, сделать нарезки, в том числе праздничные. Им хорошо, наверное, на Новый год резать оливье, вот когда самый такой. Прекрасный нож. Так что всем советую обзавестись таким ножом. Я прям подумаю. Я уже поняла, что мне тоже надо. Все, включай.